שלום לכם מאזינים יקרים, צופים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו בירמיהו. Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем разбирать книгу Иеремии. אנחנו קופצים עכשיו לפרק 23. И мы сегодня будем читать 23 главу пророка. ואנחנו נתחיל ישר מהתחלת הפרק. И мы с самого начала этой главы начнем. אוי רואים מעבידים ומפיצים את צאן מרעתי נאום אדוני לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל על הרועים הרועים את עמי אתם הפיצותם את צאני ותדיחום ולא פקדתם אותם איני פוקד עליכם את הרעה מעלה עליכם נאום אדוני. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Потому так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. И вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. Я уже говорил вам в самом начале нашего учения по книге Иеремии, что он является пророком актуальным для 21 века. Афал би шоу дибер вехай, במאה השמינית שביעית לפני הספירה. Несмотря на то, что он проповедовал и жил в седьмом веке до нашей эры. הנושאים שירמיהו מדבר עליהם הם מאוד מתאימים למצב של גוף המשיח היום. Потому что тема, которую поднимает пророк Иеремия, очень актуальна для верующих в наше время. וכבר אמרו לי אנשים, למה אתה תמיד מביא את הדברים הקשים שירמיהו מדבר עליהם. И люди уже не раз говорили мы, почему ты всегда приводишь вот эти очень тяжелые примеры того, о чем говорит пророк Иеремия. וגם לירמיהו אמרו אותו דבר יותר מפעם אחת. То же самое говорили и пророку Иеремии больше, чем один раз. אבל אין ברירה. Но нет выбора. מפני שהמצב דורש מתוך אהבת גוף המשיח שנדבר את האמת באהבה. Потому что ситуация сегодняшняя среди верующих, она требует того, чтобы мы из-за любви к верующим говорили истину с любовью. אנחנו לא נמצאים בתחרות של популярיות, מי יהיה יותר популярен. Потому что мы не находимся сегодня на конкурсе популярности. אנחנו מנסים ללמוד מדבר אדוני. Но мы хотим изучать Слово Божие. דברים שיהיו לנו טובים. Для того, чтобы нам было хорошо. שיעשו לנו טוב. Чтобы все у нас было правильно. שנוכל להתקרב ולדעת את אלוהים יותר. Чтобы мы могли более интимно и близко познать Бога. שנוכל למלא את הייעוד ואת השליחות שלנו בעולם הזה לתיקון עולם. И чтобы мы могли исполнить наше предназначение в этом мире для исправления этого мира. אני יודע שאחי היקר ליאון מזין מדבר הרבה על תיקון עולם. Я знаю, что Леон много говорит об исправлении мира. וזה מאוד חשוב. И это очень важно. אבל ברגע שאנחנו אומרים שהעולם צריך תיקון. Но в тот момент, как мы признаем, что миру необходимо исправление. אז אנחנו מודים בעובדה שיש לנו בעיות שצריכים לטפל בהם, מחלות שצריך לרפא אותם. То мы автоматически с этой фразой признаем, что у нас есть проблемы, которые нуждаются в исправлении, у нас есть болезни, которые нуждаются в исцелении. וירמיהו נמצא בדיוק באותו מצב. И пророк Иеремия находится именно там. הוא גם מסתכל על עמו, והוא אוהב את העם מאוד מאוד. Он также смотрит на свой мир, на свой народ, который он очень-очень любит. И он хочет, чтобы им было лучше. Он хочет, чтобы мы были ближе к Творцу, к нашему Богу. Он хочет, чтобы мы получили благословение. Чтобы мы преуспели. שהילדים שלנו ילכו עם האדון. Чтобы наши дети ходили в Господе. שאנחנו לא ניכנע לעולם הזה. Чтобы мы не были подавлены этим миром. אלא שנוכל להתקרב לישוע, לאדון. Но чтобы мы могли приблизиться к Иешуа и к Господу.
И поэтому иногда он должен критиковать. И мы в прошлом уроке говорили о том, что он очень жестко критикует всех. Ла коханим, ла невиим, ла морим, ла хахамим, ал кулам ху осе бикорет. И он произносит очень жесткую критику и на пророков, и на священников, и на всех, в принципе, вокруг. И здесь он обращается к пастырям Израиля. И говорит очень жесткие вещи. Маавидим у мефицим эт сон мар итош ла кадош баруху. Он говорит, вы рассеяли и разогнали овец моих. И он не единственный. И пророк Иезекииль, он еще, его критика еще жестче, чем Иеремия. В 34 главе пророка Иезекииля, также как Иеремия, он обращается к пастырям Израиля. И я прочитаю вам первый стих из 34 главы Иезекииля. Иезекииля. רואי ישראל אשר היו רואים אותם הלא הצון הראו הרואים את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו הבריאה תזבחו הצון לא תאירו הנחלות לא חיזקתם את החולה לא ריפאתם והנשברת לא חבשתם ואת הנידחת לא השבתם ואת העובדת לא ביקשתם ובחזקה רדיתם אתם ובפרך עבדתם אותם. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец закалывали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненный не перевязывали, и угнанный не возвращали, и потерянный не искали, и правили ими с насилием и жестокостью. Поверьте мне, я предпочел бы говорить о Мэри Поппинс или Микки Маусе, или сделать какое-то комедийное шоу, чем разбирать вот эти жесткие слова пророков Иеремии и Иезекииля. И мне кажется, что я в комедии гораздо более удачен. Я был клоуном еще в детстве. אבל אנחנו מדברים על דבר אדוני. Но мы говорим о слове Господнем. ואינה פה ירמיהו ויחזקאל עושים ביקורת מאוד מאוד חריפה על המנהיגות של הרועים של עם ישראל. И вот здесь и Иезекииль, и Иеремия высказывают очень жесткую критику на пастыри своего времени. והתוצאה בשני הפרקים שאני מעודד אתכם לקרוא גם בירמיהו 23 וגם ביחזקאל 34 התוצאה היא אותה תוצאה. И результат в конце вот этих двух глав, которые я хочу, чтобы потом, может быть, в свободное время вы прочитали, это 23 глава Иеремии и 34 книги пророка Иезекииля, она следующая. פסוק 3 של פרק 23 בירמיהו. Это третий стих из Иеремии 23. ואני אקבץ את שארית צוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, והשיבותי אותן אל נביהן, ופרו ורבו, והקימות אליהם רואים וראו ולא יראו עוד, ולא יחתו ולא יפקדו נאום אדוני. יסבירו אסטטק סטדה מייבו יסטיך סטרן, כודאי יסגנה לך, וזברשו איך ודברי איך, איבודות פלדיצה אירזנז'צה. פתרון דומה. И то же самое, похожие слова мы находим в 34 главе книги Иезекииля. Но то, что я хочу здесь подчеркнуть,
Это что Господь говорит, я верну их назад. Потому что я развеял их по всем народам. Я верну их на эту землю и возвращу им землю, их отцов. Ой, איזה יופי של דבר זה בהבטחה הזאת. И это замечательное обетование Господне. מפני שאנחנו חזרנו פה לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. Потому что мы вернулись в Израиль после 2000-летнего изгнания. העליות הראשונות במאה ה-19. И первая алия в 19 веке. Это בעיקר מאוקראינה ורוסיה. В основном была из Украины, Польши и России. חלוצים צעירים. Это были молодые пионеры. באו בלי כלום. Которые приехали сюда без всего. וכאן לא היה כלום. И здесь ничего не было. האוכלוסייה הייתה מאוד קטנה. Люди, которые жили здесь, население было очень-очень маленьким. מאוד ענייה. Очень бедным, нищим. והארץ עצמה ענייה. И сама земля здесь была вся очень нищая, пустая. והם בנו כאן מדינה. И эти пионеры, они построили здесь страну. שספרים נכתבים עליה היום. О которой сегодня пишут книги. ספר מאוד популярי היום על, על ישראל הוא The Startup Nation. И сегодня одна из самых известных книг, написанная на английском языке, это нация стартапа. כן? יותר הייטק יוצא מישראל ויותר המצאות יוצאים מישראל היום ממה שמדינות ענקיות וחזקות בעולם. Потому что больше изобретений хай-тека и больше различных новых патентов создается сегодня в Израиле, чем в больших странах мира. זה עם שלפני 75 שנה באירופה חשבו שלא יישארו יהודים בכלל בזמן הנאצים. Это народ, о котором говорили 75 лет назад, особенно во время нацизма, что евреев больше вообще не будет в мире, они сотрутся с лица земли. וזו הייתה המטרה. И таковой был план. גם סטלין חשב שהוא יזרוק אותם ל... Биробиджан. Также и Сталин считал, что если он выбросит евреев куда-то в Биробиджан, Биробиджан, и там будет еврейская республика в Биробиджане, Лохая, то это не произошло. Локара. Этого не произошло. Зе ломаша невиим амру. Потому что это не то, о чем говорили пророки. А невиим амру, что Элоим яхзир ота тфуцат Исраэль. Это галут хазара ла арец шелахем, кан. Потому что, согласно пророкам, Господь говорит, что Он вернет рассеянных израильтян назад на их землю здесь. Ло ле Хамастан. Не в какой-то Хамастан. Ло ле Палестина шел Арафат. И не в Палестину Арафата. Эла ла арец шелахем, ше они натати лахем. Но на землю, которую, как говорит Господь, Я дал им. ואנחנו עדים לזה. И мы свидетели этому. והוא הבטיח שהוא יקים להם רועים. И он обещает, что он поставит им пастырей. שהם לא יפחדו יותר. И они не будут больше бояться. אבל מיד אחרי זה באה נבואה מקסימה, אחת הנבואות המשיחיות הכי חשובות. Сразу после этого замечательного пророчества о восстановлении земли Израиля идет одно из самых известных и важных пророчеств мессианских. נבואה שביסודה יש את הרעיון שהמשיח הוא גם אלוהי. Пророчество, которое по сути говорит о том, что в Мессии есть божественность. אנחנו לא צריכים את הסבורים של הכנסייה בשביל לדעת שהמשיח הוא אלוהים. И для того, чтобы знать, что Мессия, он Бог или божественен, нам не нужны соборы церкви. זה כבר כתוב בירמיהו. Это написано у пророка Иеремии. יותר מ-1000 שנה לפני שהכומרים נפגשו בניקיה ב-325 בפעם הראשונה הספירה. До того, как пророки написали, это прошло 1000 лет с момента написания этих строк и до собрания церковных соборов в Никее.
Это много времени. Иеремия говорит здесь следующее. И мы прочтем 5 и 6 стихи этой главы. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым Господь будет называть его, Господь оправдание наше. Интересно, как раввины смотрят на этот текст. Я приведу вам цитаты из двух очень известных толкователей Торы, раввинов, которые жили в 17-18 веках. И один из них Раби Давид Кимхи. Это Раби Давид Кимхи. Раби Давид Кимхи хай במאה, и он жил в 14 веке до нашей эры. В хай в Европе. В Европе. В у итхил лепареш эта Тора, чу хай бе Италия. И он начал писать толкование Торы, когда еще жил в Италии. ואחר כך גירשו אותו משם. Он был изгнан оттуда. הוא עבר להולנד. И переехал в Голландию. והוא מפרש ככה. И вот как он пишет. צמח צדיק, זה מפסוק חמש. צמח צדיק, זהו המשיח. Отрасль праведная, это мессия. וקראו שמו צמח. Его называют отрасль. כיוון שהוא יצא לעולם כמו צמח השדה. Потому что он вышел в этот мир как росток земли. בואו נעצור פה רגע וננסה להבין מה אומר ירמיהו ומה מפרש רבי דוד קמחי. И давайте остановимся здесь и постараемся понять, что же говорит пророк Иеремия и как толкует это Раби Давид Кимхи. כבר בישעיהו 11. Уже в 11 главе Исаии. אנחנו רואים שהמשיח. Мы говорим о том, что мессия. מתואר כצמח. Как росток. שורש לבית ישי. Он является отраслью от корня Иисеева. שורש זה גם כן צמח. И корень это также и росток. משהו שהוא לא סטטי. Нечто, что не является статическим, но растет. Каха метаэр Ирмияу эт рамашиях. Вияца хотер ми геза Ишай, венецер ми шорашав Ифре, венаха алав руах Адонай, руах хохма убина, руах хеца угвура, руах дад веират Адонай. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почует на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух видения и благочестия. וגם בישעיהו, также и у Исаии, 53, הפרק שהוא מאוד מאוד משיחי, מאוד מאוד יסודי בנבואה המשיחית, очень важнейший и центральный в мессианских пророчествах. אנחנו קוראים בפסוקים הראשונים של ירמיהו 53. Мы говорим в начале этой главы, читаем. מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלתה, והיה על כיונק לפניו וכשורש מארץ יה, לא תואר לו ולא הדר, נראהו ולא מראה ונחמדהו. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред нами, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Бишнея текстима или бишаяу, хамашиах метуар ке шореш, ке нецер, ке цемах.
И в обоих этих текстах из Исаии мы видим, что Мессия описан как росток, как отрасль, как растение, в принципе. Это не Адам. Это не человек, шехай, который живет ומת, и умирает, ונקבר, и похоронен, и все. И на этом все кончается обычно. Ло. Нет. המשיח מתואר בנבואות כצמח. Но Мессия описывается в пророчествах как росток, שממשיך לגדול, который продолжает расти. בכל מובן של המילה לגדול, во всем смысле слова расти. המשיח חי, Мессия живет, יושב לימין הגבורה, восседает одесную Бога, והוא ומלכותו גודלים מיום ליום. И он и его царство продолжает расти изо дня в день. צמח חי. Потому что растение, оно всегда живое. ואם הוא חי, הוא גודל. Сколько он живет, столько оно растет. ולכן הנביאים שמדברים על המשיח, и поэтому, когда пророки говорят о Мессии, לא מסתכלים על המשיח כמישהו שחי 30 שנה, 33 שנה, ומת, ועשה את העבודה שלו, וגמר את העבודה שלו, וזהו. Но они не говорят о Мессии как о ком-то, кто живет и проживает свою жизнь, умирает, и его работа закончена. Это не тот образ, который они используют. Лукас, שכתב את מעשה השליחים, הבין את זה מיד. И когда Лука написал послание апостолов, он сразу понял это. הוא הבין מיד. Он понял. שמעשה השליחים זה המשך של הבשורה. Что книга «Деяния апостолов» является продолжением Евангелий. והוא אומר, אלה הדברים שישוע ממשיך לעשות. И он говорит, это вещи, которые Ешо продолжает делать посредством Святого Духа. בחלק מהכנסיות בעולם המערבי, הם מדברים על מעשה השליחים פרק 29. И в части церквей в Западном мире они говорят о, как бы называют себя продолжением Деяний апостолов, 29 глава. Деяния апостолов. במעשה השליחים שלנו יש רק 28 פרקים. Но в книге есть всего 28 глав. אנחנו היום כותבים את הפרקים הבאים במעשה השליחים. Ибо мы сегодня как бы пишем последующие главы Деяния апостолов. אז המשיח הוא צמח, צמח זה דבר דינמי. И когда пророки говорят о Мессии как о ростке, это значит, что это что-то движущееся, динамичное. Цемах хай. Растение всегда живо. Авал зе ло стам цемах. Но он не просто росток. Зе цемах ле Давид. Но это росток из корня Давидова. Амашиах ло менутак ми аядут шело. Потому что Мессия, он не отрезан, не отколот от своего, от его еврейской части, от иудаизма. Он не отколот от Давидова рода, дома Давидова. Он не отрезан от Израиля. Он был из дома Давидова. Он сегодня часть дома Давидова. И когда он вернется, он продолжит сидеть на троне царя Давида. Он не будет протестантом. Он не будет католиком. Он не будет русским ортодоксальным верующим. Православным. Но он будет евреем. Даже когда он вернется. והוא יישב על כיסא דוד גם כשהוא יחזור. И он будет восседать на троне Давидовом и после своего возвращения. והוא ימשיך להיות מלך. И он продолжит быть царем. של היהודים. Царем еврейским. גם כשהוא יחזור. Когда он вернется. ולכן הנביא ירמיהו אומר, הנה ימים באים נאום אדוני והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל. И поэтому он говорит, вот наступают дни, когда восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Пасук 6 עכשיו. И шестой стих. Беямав, во дни его тиваша Иуда в Исраэль. Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно. Исраэль ишкон лаветах. Кен. Везе шмо икара
Adonai Tzidkenu. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Эйн ли бая лагид ле Иешуа Адонай Цидки. И у меня нет проблемы сказать Иешуа Господь праведность наша. Эйн ли бая лагид шаху эль эльон. И поэтому после этого стиха нет проблемы назвать его Богом Боков. Потому что в 9 главе послания пророка Исаии, в 6 и 7 стихе написано, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Как можно назвать ребенка, который рождается здесь, в Израиле, Господь богов, отец вечности? Это то, что логика не может воспринять. Но это то, что написано в Слове Божьем. И поэтому мы должны принять это. И также и текст в Иеремии 23 глава. Когда раввины спрашивают в Талмуде, в чем заключается, каково имя Мессии? И первое имя, которое им приходит в голову, это Господь праведность наша. И поэтому у евреев не должно быть проблемы верить в божественность Мессии. И тем не менее продолжать верить в единого Бога. Это Атанасиус, это Тертулианус, чтобы понять это. Потому что евреи читают Иеремию, читают Исаию, им не нужно изучать Афанасия или Тертулиана для того, чтобы понять это. Августинус, о Крисостомус. Большинство евреев никогда не слышало ни об Августине, ни о Крисостоме. Но мы все знакомы с Исаией и Иеремией. И именно на этих пророчествах мы основываем свою веру в Мессию. И божественность Мессии. И второй раввин, которого я хочу привести вам в пример. И только прочитаем его цитату, и затем мы продолжим на следующем уроке. Это раввин, которого мы называем Мальбин. Раби Меир Лейбуш бен Яхиэл Михаил. Раби Меир Лейбуш бен Михаил. Бен Яхиэл Михаил. Он родился в Польше в 1809 году. И он умер в Киеве в 1879. И он был раввином, который много страдал. Микол маком гиршу ото. Его изгоняли отовсюду. Влахен он амар, אם אתה רוצה להכיר את העולם, תגיד את האמת, לא יחזיקו אותך באף מקום הרבה זמן. И поэтому он сказал известную фразу, что если ты хочешь повидать мир, говори правду, и тогда тебя ни в одном месте долго не будут держать. И он говорит на этот текст. כי שם המשיח הוא אדוני צדקנו. Ибо имя Мессии – это Господь, праведность наша. И он принимает это. Так же, как и Раби Давид Кимхи. И он осознает, что Мессия не может быть похожим на любых людей, других людей. Он человек.
אבל הוא גם אדוני צדקנו. Но он также Господь праведность наша. ואני מזמין אתכם לראות את השיעור הבא. И я на этом прощаюсь с вами до следующего урока. מפני שבשיעור הבא אנחנו נמשיך מכאן. И мы его продолжим. ונתעמק יותר. И более глубоко обратимся к этим текстам. שאלוהים יברך אתכם. Благословение Божие на вас.